Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Так, здорово! Здорово, что вас так много, но может быть еще больше, поэтому зовите всех друзей и близких. Сегодня будет очень крутой концерт для каждого из вас. Меня зовут Иван Чуйков, я очень рад провести этот вечер здесь вместе с вами в такой крутой компании. Друзья, я хочу сказать, что сегодня нас с вами ждет действительно классное событие. Мы целый день уже его проводим. Сначала у нас была утренняя, дневная площадка, а сейчас уже вечерняя. И все это посвящено Дню Московской области в рамках международной выставки форума «Россия». И мы представляем сегодня культуру и традиции одного из крупнейших субъектов Российской Федерации. Московская область – настоящий мультикультурный регион, в котором гармонично сочетается многообразие традиций. Бесконечное множество народностей и этносов нашли здесь свой дом. И из них привносит свою уникальную лепту в общекультурное наследие региона. Абсолютно каждый. Свой неповторимый вклад в общую мозаику многообразия. Особое место занимает музыкальное творчество народов области. Многие музыкальные коллективы бережно сохраняют и продолжают традиции народной музыки, обогащая и развивая их новыми идеями и образами. Так, Московская область становится ярким и красочным калейдоскопом, в котором каждый может найти отражение своей культуры и истории. Сегодня перед вами в рамках нашего концерта выступят одни из лучших творческих коллективов Московской области, а звездную компанию им составят Севиль, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и Нилетто. Так что, друзья, добро пожаловать на музыкальный праздник. Поаплодируем друг другу. Да! Ну и прямо сейчас открывать нашу вечернюю программу и радовать вас своим творчеством будет очень яркая, страстная девушка, безумная красотка. Ну а мы ее готовы встретить, конечно же, очень громкими аплодисментами. Речь идет о потрясающей Севиль! Кожу слов.
Друзья, спасибо вам, спасибо за то, что вы здесь, несмотря на то, что достаточно свежо на улице. Сегодня невероятно приятно здесь находиться. Во-первых, по той причине, что для нас, для группы, вообще Московская область очень многое значит. Это, наверное, сердце нашего творчества. У нас и студия расположена как раз-таки в Московской области. И все наши творения, вся наша музыка создается именно там. Поэтому сегодня, конечно, невероятно приятно представлять именно Московскую область. Андрей Юрьевич, спасибо вам большое за то, что с каждым днем Московская область хорошеет, и мы вот так вот с вами встречаемся в предновогодние праздники. Надеюсь, у вас классное настроение. Пора согреваться. Поехали. Близко весна. Сердце как поплавок, леска плесна. Я проглочу крючок, сгинет.
Друзья, конечно, каждому из нас хочется в этом году пожелать всего самого светлого, чтобы сбывались самые-самые наши заветные мечты, чтобы мы наполнялись только самым хорошим, только самым светлым, чтобы мы вот так часто смотрели друг другу в глаза и понимали, что все хорошее, оно у нас есть. У нас есть все для того, чтобы прямо здесь и сейчас быть счастливыми. Всем любви и, конечно же, гармонии. Я больше не жду, не плачу, не ревную, не забиваю памяти пароли. Плевать, кто там сейчас тебя целует. Уже нет боли. Вновь дыхаешь дым сигарет, сигарет. Где твоя любовь? Мы ищем теперь. Окей, но такой, как я, больше нет. С ней ты все сможешь понять. Но теперь у меня гармония. Всех меня не вышло, я победила. Ночь таскает сигарет, сигарет. Эй, где твоя любовь? Кричитин бы, окей, грустные глаза, но меня рядом нет. С ней думаешь, с кем же я? Мне не нужен твой я. Друзья, хороших вам праздников! Спасибо вам огромное! Знаете, что вы самые лучшие люди на земле. Московская область, мы тебя любим! Аплодисменты, Севиль! О! Ну что, друзья, гармонии, баланса стало еще больше. Но мы с вами будем повышать градус этого прекрасного настроения, будем согреваться. И вместе с вами, конечно же, в этом концерте принимать участие, да, как зрители, но это же тоже участие, потому что ваши аплодисменты, ваши взгляды, ваши громкие крики, они так поддерживают всех, кто выходит сюда на эту сцену, дарит вам свое творчество. Я предлагаю сейчас немножечко размяться. Друзья, освободите сейчас руки от ваших смартфонов, они вам чуть позже пригодятся, когда звезды выйдут на эту сцену. А мы сейчас с вами что сделаем? Мы с вами сейчас сделаем самую настоящую, дружную, мощную, обобщающую всех волну. Знаете, как на стадионах делают? Вау! Да? Вот, так мы с вами поступим. Так, секундочку, завожусь немного. Оп, буду здесь. Так, давай вот с вас прямо начнем. Вы даете импульс. Вам надо сделать вот так. Вау! Договорились? И волна пойдет справа налево. Ну, со сцены смотрю, так и говорю. И пойдет туда, в ту сторону. Хорошо? Для этого нам необходимо освободить руки. Руки будем поднимать. И добавить еще, конечно, голосовые наши связки, наши возможности. То есть мы делаем так. Вау! Приготовились. Вы даете импульс, мы договорились. 3, 2,
1. Ну а теперь пойдем слева направо. Теперь ваша задача дать хороший, мощный импульс. Я вас вижу, да, я вам тоже машу. Все вместе делаем. 3, 2, 1. Вот это да! Молодцы! Чувствуется такой, знаете, профессиональный подход. Чувствуется, что мы все вместе и все вместе круто проводим время. Поэтому, друзья, мы сразу же движемся дальше. Была небольшая разминочка. Мы еще будем к этому возвращаться. Просто хочется объявить уже наших следующих потрясающих артистов. Внимание! Так, на главной сцене международной выставки форума «Россия» губернаторский оркестр Московской области, Московского губернского драматического театра, художественный руководитель театра, народный артист Российской Федерации Сергей Безруков, главный дирижер... Да! Главный дирижер, заслуженный артист Московской области Сергей Пащенко. Встретим аплодисментами и поблагодарим за музыку. Итак, друзья, нам нужно еще разочек встретить и поддержать аплодисментами оркестр. Они сегодня, кстати, открывают так масштабно сегодня это событие. Итак, друзья, на сцене губернаторский оркестр Московской области, Московского губернского драматического театра. Аплодисменты! Нам нужно больше информации того, чтобы встречать наш оркестр громче. Губернаторский оркестр – постоянный участник и лауреат всероссийских и международных музыкальных фестивалей, среди которых Международный фестиваль современной музыки «Московская осень», Международные фестивали духовых оркестров «Музыка побед», Кубок Московии, Марш столетия, Первый салют победы. Поэтому, друзья, масштабы всех артистов, всех коллективов, которые на этой сцене сегодня будут выступать для вас, ну, они просто грандиозные. Поэтому мы сегодня с вами будем и аплодировать, и громко вдохновляться, и восторгаться музыкой, творчеством, тем талантом, которым делятся наши артисты. Мы с вами уже сделали небольшую разминку в виде нашей волны, мы уже поаплодировали, будем аплодировать еще громче. Главное, чтобы наши артисты не замерзли на этой сцене, договорились? Будем их согревать своими улыбками, своими овациями. И мне необходимо сейчас... Можем? Есть контакт? А, хорошо, хорошо, друзья. Итак, мне вот интересно узнать, знаете, когда вышел оркестр, многие, мне кажется, все-таки удивились, потому что в списке, когда перечислял, кто будет выступать, там Севиль, Ваня Дмитриенко, Нилетто, артист такой поп-культуры. А здесь немножечко другое, даже немножечко, абсолютно другое направление. А в этом, мне кажется, и ценности нашего концерта, и в целом Подмосковье, Московской области. Мы объединяем разные культуры, соединяем, делаем микс, потому что сегодня то, что вы увидите, это будет действительно калейдоскоп музыкальных эмоций, не только музыкальных. Это будет настоящая феерия музыки и, конечно же, нашего праздника. Поэтому ничему не удивляйтесь, просто вдохновляйтесь настоящей красивой музыкой разных жанров.
Итак, и сейчас я хотелось бы узнать, а кто на самом деле любит классическую музыку? Можно подарить аплодисменты, кто действительно слушает классическую музыку, ходит на различные концерты? Так, хорошо. Ну вот сейчас у вас есть уникальная возможность, даже если вдруг вам кажется, что вам не нравится такая музыка, я уверен, вы измените свое мнение. Потому что легендарный коллектив на этой сцене, и прямо сейчас, объединяя наши усилия, еще раз громкими аплодисментами встретим их! Сегодня концерт, видите, потому что, я думаю, мы должны заряжать на 100%, а мы настолько заряжены, что техника порой не справляется, поэтому происходят такие вещи. Итак, продолжаем делать социальный опрос. Про классическую музыку поговорили, я вижу, что у нас становится все больше и больше. Мы сегодня обязательно будем знакомиться с теми подмосковными городами, чьи жители, конечно, присутствуют здесь на концерте, потому что я сам из Подмосковья родом, поэтому мне есть... что рассказать и какие вопросы задать. Но хотелось бы сейчас узнать, кого у нас здесь больше, парней или девчонок. Потому что концерт у нас такой большой, красивый, артисты разные. Поэтому, парни, выберите для себя такое одно слово. Давайте, сила! Хорошо будет, богатырская сила. Договорились, парни будут кричать слово сила. А девчонки, красота. Как парни отвечают за силу, девчонки за красоту. Хорошо? Пусть будет так. Итак, и когда я говорю девушки, девчонки, вы кричите как красота! Максимально громко. Можно прям вот так вот. На высоких нотах договорились? На самых высоких вибрациях. Вот. Сейчас, подождите. Зафиксировали. Есть вероятность, что я вернусь. Но лучше громко поаплодировать и попробовать еще раз направить всю нашу энергию нашим артистам, чтобы все получилось. Громче аплодисменты!
Громче ваши аплодисменты! Если вы думаете, что это все, нет. Нет, друзья, может быть, мы только-только начали. Не можем оставить вас без музыки. Как я говорил, что сегодня мы будем удивлять и, конечно же, демонстрировать как многонациональность разных культур, разные обычаи. Хотя, казалось бы, очень близкие друг к другу городов, подмосковных городов, они могут в одном концерте очень здорово существовать и сделать такие классные, как вы сейчас сказали, коллаборации, возможно, даже очень-очень неожиданные. Поэтому, друзья, предлагаю сегодня прям максимально круто провести время, вдохновляясь всем тем, что происходит на этой сцене в рамках нашего праздника, в рамках Дня Московской области. Ну что же, друзья, если вы готовы, прямо сейчас к нашему оркестру присоединится один артист, который очень-очень полюбился всем. Песни его поют абсолютно все, от мала до велика. Я бы даже сказал, что, наверное, это последний романтик в нашей стране. Такой романтик, который выходит и своим творчеством не только вдохновляет, но и дает такую, знаете, веру в настоящее, веру в любовь. И вот сейчас эта вера, это творчество, эта надежда и эта музыка прозвучит на этой сцене, ну и, конечно, вместе с нашим оркестром. Итак, друзья, вы готовы? Вот там готовы, а вот здесь вы готовы? На этой сцене к нашему оркестру присоединяется Ваня Дмитриенко! Ну, встретить достойно, ну что же. Я любитель, ты моя своя пицца, люди, помогите. Дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять по пятам, друг за другом ходим, как ты там. В моем телефоне неспроста мне подобрать пароли твоему сердцу, что ли? Скажи спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя, ведь я так не хочу. Сейчас и может эту песню никогда ты не услышишь. Но я вновь на нашей крыше вспоминаю, как ты дышишь, как же. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять, а может быть, счастье нам не найти. И, если честно, ты не моя невеста, но так много пути с тобой. Попробуй вместе спеть. Ну давайте, давайте, Подмосковье, ну. Ты Венера, ты Москва, что? Ты Венера, на одной орбите поем. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Дышай, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Дышай, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Ну, во-первых, добрый вечер. Сегодня здесь очень уютно, и для меня огромная радость здесь выступать. Я очень долгое время жил в Подмосковье, очень долго. Я там учился в школе, я там встретил свои первые знакомства и своих первых друзей. Поэтому спасибо большое, что доверяете мне, что я могу достойно представить наше Подмосковье. У меня есть пара красивых песен, ну, точнее, еще 6 штук. Ну, так, навскидку просто. Можем больше, можем меньше. Сейчас как пойдет. Для меня самое главное, чтобы вы пели. Сможете спеть? Все, погнали. Виноградный чай,
Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл, всюду серые лица, а я уже успел влюбиться. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл, всюду серые лица, а я уже успел влюбиться. Столик у окна, смотришь в телефон, тебе уже час не отвечает он. А ты очень ждешь и салфетки рвешь, где рисовала его имя, чай уже остыл, как и весь твой был. Твоей улыбки грустно и вкусно без причин. Вот только в этих чувствах я как Титаник плыл и трагически разбился, лед меня покрыл. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл, всюду серые лица, а я уже успел влюбиться в тебя. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл, всюду серые лица, а я уже успел влюбиться. Ты мне скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом, в ответ услышав лишь твое, пока я уйду. Ведь кто-то другой уже дышит рядом так стильно, но больно так сильно. В такси я тоскливая СМС писал тебе, прости, стабильно. Просыпался с мыслью, где же ты, как жить, скажи. Кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл, всюду серые лица, а я уже успел влюбиться в тебя. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе всюду серые лица, а я уже успел влюбиться в тебя. Ну, в Крокусе, в Подмосковье погромче поют, я вам так скажу. Что-то вы подводите, ребята. Давайте соберемся. Здесь молодежи много сегодня. У нас есть одна песня, которую 100% знают мои ровесники. А я смотрю, здесь весь зал моих ровесников, да? Никого больше 20 не вижу вообще. Погнали петь. Телефоны взяли с собой, я же просил, помните? Включайте фонарики это. Как договаривались, давайте. Вот сейчас, да. Сейчас можно. Я, ты со мной. Не потому что я тебе нравлюсь. Я знаю, мне все про тебя рассказали. Я с тобой. Галерка, я хочу вас потому тоже видеть. Что влюбилась, вот оно, дура, вот оно, да. Но знаешь, зато я почувствовала себя живой. Ты уходишь, тишь. Я ненавижу, как ты дышишь. Сделай громче, слышишь? Моя музыка мне лежит. Ведь ты не понимаешь меня, хотя меня не понимает никто. Ты подарила крылья, но так больно забрала их. Воу, вставай, если ты так хочешь бросить, давай. Наш фильм уже давно одинокий пепел, и мы уже не дети. Я верю, что на свете есть более сумасшедший, чем я. Но не готов тебя забывать. Может, стоит просто подождать. Давай опять пойми, я не могу без тебя спать. Ты со мной. Не потому что я тебе нравлюсь. Я знаю, мне все про тебя рассказали. Я да. с тобой. Потому что влюбилась, как дура. Но знаешь, зато я почувствовала себя живой. Ближе к себе, любить меня, это
Сейчас будет песня красивая. Я вижу, там подтянулись люди еще. Вы ее знаете. Очень сегодня хочется послушать ваши голоса. Вы же потрясающе поете. Мы же договаривались. Давайте. Погнали. Хочешь, мы построим дом из лего-деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не сам пойдем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего детали поем. Мы как конструкторы, может быть, построим чистую и светлую, крепкую историю. Как конструктор лего сжимаем ладони, как детали по схеме. Чуть не сберегли, а мы запутались, как лабиринт. Потерялись, как деталики под диваном сайбери. По кусочкам фотографий. Я хочу, чтобы сейчас только вы спели. Вот только вы поете. Давайте, кто здесь есть, погнали. Мы как... Сжимаем ладони, как детали по схеме. Мы друг к другу подходим. Эй. Давайте аплодисменты оркестру, пожалуйста. Да погромче. Я даже еще громче, друзья. Это губернаторский оркестр Московской области, Московского губернского драматического театра. Спасибо вам за музыку. Вань, ну, а оркестр мы поблагодарили. Конечно же, очень хочется, чтобы мы с вами не останавливались, а продолжали, согревали друг друга творчеством и музыкой. Ну, после оркестра это, конечно, будет тяжело. Но если ребята поддержат, то мы еще 2-3 споем. Ребята! Ну-ка, тогда продолжаем. Погнали. Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, ой, это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке рост карьерный и много. Где та любовь, о которой ты мне моросил? Дочь, дочь, ты кричишь, ты орешь, но не ты. Пахну тобой и батареи греет. Вместо твоих объятий раньше жили в унисон. Жалко, ветер унесет. Ничего мы не спасем, может, с кем-то. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез. А из глаз твоих моросит. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотел. А у нас все так не всерьез. А из глаз твоих моросит. Ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотел. А у нас все-таки всерьез. А из глаз твоих моросит.
Не, ну само собой, если бы москвич хотел, я бы москвич подарил, ребят. Тут безусловно. Давайте дальше петь, погнали. Ты попался на крючок. Девочки, тут ваша помощь нужна. Кто знает, подпевайте. Очень мило, только хочется еще. Ну, черт. И тянет. Ставьте силы в этой воде. Мутной будет дышать трудно, но почему-то любишь ты меня. За мной там, за стенами, твоя девочка плачет. Ей нужна любовь. Любишь ты меня, очень преданный мальчик. Не играй со мной там, за стенами, твоя девочка плачет. Вот и вся любовь. Любовь нам не испортят эти люди, что против нас. Что против нас, я стою напротив. Расширяются зрачки твоих глаз. Буду архитектором наших чувств и появляться в каждой твоей фантазии. Я хочу обнять твою грусть. Она так одинока в мире однообразии. Максим Клотти сегодня фортепиано для вас. Алексей Чернов, бас для вас. Матвей Ветров, гитара. Ваня Дмитриенко. Ну теперь я хочу вас послушать чуть-чуть, погнали. Я попался на крючок. Что? Как рыбка. Красавчик. Очень мило. Только хочется еще. И тянет. Со всей силы. Красно. Недавно вышел сериал, он называется «Плакса». Я там сыграл одну важную роль. Вот. И многим понравился саундтрек из этого сериала, который нашего написания. Вот. И я хочу его сегодня спеть. Это так, в завершение, вишенка на торте, еще чтобы вы сериал посмотрели. Вот. Но самое лучшее, где его можно посмотреть, это в Подмосковье. Поэтому езжайте в Подмосковье, смотрите там сериалы. Там интернет хороший. Погнали. Моя однушка помнит твой запах. Ой, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай мне тебя еще потрогать. Стой, ну почему тебе все так подходит? Знай, я буду согревать твой холод. Внутри, смотри, он уже. Давай сейчас или никогда. Пока мы вместе, надеюсь навсегда. Чтобы ты не ушла, я завяжу потуже. Клянусь, я буду лучшим, если ты покажешь, что я нужен. Дыши со мною одним воздухом и тише. Уже никто не нужен нам, видишь. Я живу лишь твоим голосом, слышишь. Уйти еще не поздно, но дыши со мною одним воздухом. Уже никто не нужен нам, видишь. Я живу лишь твоим голосом, слышишь. Уйти еще не поздно, так. Да.
знаешь, в этих закатах, когда-то я знаю, ты будешь пылать в моих. Ты великолепный, все, что есть у меня, я потрачу на нас двоих. Пахнешь, как цветы, небо на седьмом остановит. Я никуда не убегу, ведь это ты. О, дыши со мною одним воздухом. Мы тише, уже никто не нужен нам. Видишь, я живу лишь твоим голосом. Слышишь, уйти еще не поздно, но дыши со мною одним воздухом. Мы тише, уже никто не нужен нам. Видишь, я живу лишь твоим голосом. Уйти еще не поздно, так. Всем спасибо большое. Ваня Дмитриенко. Спасибо. Ну хорошо, да? Здорово, тепло всех, просто, мне кажется, музыкой, творчеством, талантом нас так сейчас обняли, и стало замечательно, будет еще лучше, потому что, друзья, мы не останавливаемся, и, как я обещал, мы еще проведем социальный опрос, кого у нас больше, парней или девчонок, это зафиксировали, волнующее поделаем, но есть очень важный вопрос, потому что сегодня мы все-таки с вами поздравляем Московскую область таким официальным днем Московской области, и хотелось бы узнать, а есть здесь представители подмосковных городов? Да? Так, хорошо, я буду называть город, а если вы живете или, возможно, вы там родились, просто громко кричите, машите, договорились? Сейчас посмотрим, из каких городов сегодня присутствуют наши зрители. Итак, пойдем по алфавиту. Балашиха! Есть! Все время там путают, Балашиха или Балашиха, но Балашиха правильно, по-моему, да? Все, я сегодня утром это выяснил, кстати. Так, идем дальше, Богородский округ. Городской. Есть. Броницы. Нет. Отсутствует. Так, хорошо. Власиха. Есть? Или вы просто классное название. Супер город. Хорошо, ну пусть будет. Волоколамский городской округ. Шикарно. Есть. Я как учитель, знаете, так присутствует. Воскресенск. Вы всегда кричите. Просто на любой. Класс! Были гастроли просто по Подмосковью, я так и понял. Восход! Какое хорошее название, да? Восход! Дзержинский! Есть! Вы оттуда? Очень здорово! Дмитриевский городской округ! Так, все наши горнолыжники оттуда, потому что там же у нас все сноубордические, горнолыжные всякие склоны. Идем дальше. Долгопрудный. Город чудный. Домодедово. Хорошо. Дубна. Наукоград. Где наши научники? Егорьевск. Не густо. Я вижу что-то. Да, мы за Егорьевск. Жуковский. Есть. Я знаю, что Жуковский будет. Зарайск. Звездный городок, где наши звездочки? Звездочки все вот на этой сцене, но и здесь перед нами тоже. Истра. Нет? Никого? Срочно позвоните кому-нибудь, чтобы прибыли к нам. Кашира с нами? Есть, Кашира есть. Клин. Коломна. Можно просто кричать? Королёв. Котельники! У вас там метро теперь есть. Красногорск! А-ха-ха! Краснознаменск! Так, друзья, мы должны по всем подмосковным городам пройтись обязательно. Ленинский городской округ! Лосино-Петровский городской округ! Лобня! Есть! Лыткарино! Луховицы, Люберцы, Можайский городской округ. Я, кстати, завидую вот этим городам, которые как бы в Подмосковье, но там есть метро. Вот такая классная, да, транспортная доступность. Это прям очень комфортно. Так, идем дальше. Городской округ Молодежный. Я вас обожаю. На любой город. Вы с нами, прям поддерживаете всех и каждого.
Здорово. Мытищи. Да. Нарафаминский округ. Одинцовский. С нами Орехозуевский. Павловский посад. Есть! Да, вот он! Подольск! Здравствуйте! Здравствуйте! Я так понимаю, Подольск как-то вам прям максимально близок. Хорошо. Пушкинский городской округ. Раменский городской округ с нами. Есть! Реутов! Русский округ. Сергиево-Посадский. Серебряные пруды. Серпухов. Солнечногорск. Ступино. Ой, Ступино очень далеко, да? Это прям вот... Я там был. У меня там одногруппница живет. Всем ступинским большой привет. Так, а мы движемся дальше. Талдомский. Талдом. Фрязино. Химки. Я там учился. Черноголовка. Это мой город. Так, не будем рекламных интеграций устраивать на этой сцене. Просто каждый раз, когда я говорю, что я из города Черноголовка, у всех сразу же в голове всплывает эта мелодия. Уж так повелось как-то. Ну, хотя это научный центр, между прочим. У нас там несколько научно-исследовательских институтов. Вот так-то. Чехов. Есть! Антон Павлович Чехов, Мелехово, Чеховский район, там прекрасно, там замечательный театральный фестиваль. Вишневый сад проходит. Класс. Шатура. Шаховская. Щелково. И город, в котором я родился, Электросталь. Даже первый свой год жизни я жил на проспекте Мира. Вот так-то. Или на улице Мира. Ну, что-то с миром связано. Итак, друзья, мы с вами сделали такую перекличку. Очень здорово, что действительно представители разных городов сегодня здесь присутствуют. Нас объединяет всех наша любимая Московская область. Такая разнообразная и такая богатая на разные культуры, на разные события и обычаи. Да, в каждом городе есть свои какие-то традиционные вещи. Будем сегодня об этом узнавать, будем делиться. Ну и самое главное, слушать хорошую музыку. И сейчас на нашу сцену выйдет уникальный российский ансамбль русской народной музыки, лауреат всероссийских и международных конкурсов и обладатель специального приза ВГТРК. Музыканты ансамбля – настоящие хранители народной культуры. Они виртуозно играют на редких духовых инструментах, владимирских рожках, жалейках, свирелях. В их исполнении рожечная музыка 19 века звучит современно и традиционно. Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации. Ансамбль народной музыки «Дмитриевские рожечники». Руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Московской области Валерий Колбин. Встречаем бурными аплодисментами! Навесочками, да с тремя звездочками, Дуня, Дуня.
спала, да много во сне видела. Еще ваши аплодисменты!
Ансамбль музыки «Дмитриевские разжечники». Вот умеете удивлять? Умеете? И сейчас будет еще больше удивления и сюрпризов, потому что мы продолжаем создавать такие очень классные творческие тандемы. И как раз таки к ансамблю «Дмитриевские разжечники» присоединяется девушка, которой многомиллионные просмотры в социальных сетях, различных платформах. Ее обсуждают во всем мире. Ее уникальный тембр голоса — это что-то удивительное. Я бы даже сказал, волшебное. Ну что, друзья, встретим? Диана Анкудинова присоединяется к нам! Всем привет! Добрый вечер, Москва! Привет, вы готовы? Давайте споем прекрасные и красивые всеми любимые песни. Бесконечное небо глядя, даю всю любовь тебе, как тепло отпускает пламя красотою твоей всегда. Восхищаюсь, как белым храмом, ты Россия, моя страна, сердцу просто другой не надо. Родников твоих сладких вкус.
тупую жажду. Я всей душой за тебя молюсь, проживая миг жизни каждый. Вершинами гладит небо, поля наполняет жизнь колосками растущего хлеба. Щедрость русской души звучит и в преданиях, и в легендах. Сердце здесь о любви кричит и разносит по небу ветра. Родником твоих сладких вкус жажду. Я всей душой за тебя молюсь, проживая миг жизни каждый. А душа называет Русью, я тобою одной живу, твоей радостью, твоей грустью. Я России тебя зову, а душа называет Русью, я тобою одной живу, твоей радостью, твоей грустью. Тебя молюсь, проживая миг жизни каждый. Вам не холодно? Давайте чуть-чуть подвигаемся, да? Были демоны со мной и не люди. Черные крыла полосой, но лебеди дали мне свое крыло, чтобы все прошло, чтобы в этой жизни стало просто светло. Я начну с чистого листа и придумаю свой рассвет. Только вера и чистота между строчками, да и нет. Я дарю вам свой крупный рай, в то, что верил сквозь гроза. Только счастье не жила в аду в своей беде, но гроза прошла и просто леди дали мне свое крыло, чтобы все прошло, чтобы в этой жизни стало просто светло. Я
Спасибо большое! По-моему, так здорово получается! У вас такой крутой тандем! Вообще отлично! Спасибо вам большое! Аплодисменты! Ансамбль народной музыки «Дмитриевские рожечники»! Аплодисменты! Спасибо вам за ваше творчество, за музыку, за такой интересный творческий подход! Это очень талантливо! Диана, а вас я попрошу остаться. Ну, на мало, на мало. Друзья, аплодисменты Диане. Хотим еще. Хорошо, спасибо вам большое. Немножечко растряслись, но мы очень любим фолк, поэтому на этом мероприятии было бы очень уместно спеть песню голосом твоим. Нас в этом году не заметет. Где-то там, за окном,
уходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. Меня тишиной сводит с ума. И опять мне уснуть в доме пустом. Засыпаешь где-то, но не со мной. Где-то там в тишине ходит февраль, ему, как и мне, сон не найти. Где-то там вдалеке никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Тихо, сады над белым югом, думаю, кровь. Где ты, ты засыпаешь? Где ты? С Новым годом! Россия, это мы! Я когда-то давно себя спросила, что она для меня, страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас, новый день начиная. Кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Ты себя отдаешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия, это мы, это ты и я. Россия, наша гордость, твоя и моя. Россия, это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России, через множество войн самых лучших теряя, ты своей шла дорогой, ни с чем не сравним. Потому что характер, ты одна, потому что такая. Спасибо! Необъятные просторы и земли богаты. Век за веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я себя спросила, главная сила — это люди, Россия. Россия — это мы, это ты и я.
Россия наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия была, Россия есть. Спасибо! Диана Акудина! Спасибо большое. Спасибо большое. Всем пока-пока. Ну что, друзья, не замерзли же еще? Конечно, когда все вместе поем, танцуем, обнимаемся и поздравляем Московскую область громкими аплодисментами. У-ху! Да, друзья, я уже говорил про то, что у нас такой будет социальный опрос, про кого же больше, мужчин или девушек. Хотелось бы, потому что сейчас нас становится все больше и больше, и это действительно радует узнать, как мы уже договорились вместе с вами, что мужчины у нас будут отвечать сегодня за силу, да, и кричать слово «сила», а девушки за красоту. Поэтому, когда я говорю «девушки», мы громко кричим «красота», а когда я говорю «мужчины», мы кричим «сила». Итак, посмотрим, кого у нас больше. Ну и, по крайней мере, узнаем, кто у нас громче. Тут одно из двух. Итак, внимание! Мужчины! Ох, ребята! Ну, мы еще сейчас поработаем над этим. Попробуем, девчонки. Отвечайте. Отвечайте нам, парням, как надо. Показывайте. Девушки! Ну, пока красоты больше. А как известно, красота спасет мир. Хорошо, как, мужчины, давайте попробуем еще разочек. Все вместе, кто рядом со сценой, кто чуть дальше, кто слева, кто справа, неважно. Объединяем усилия и громко кричим «Сила!» Итак, мужчины! О, да! Ну что же, девушки, тут теперь тоже надо будет хорошенечко сейчас дать ответ. 3, 2, 1, девушки! Хорошо! Ну, знаете, я думаю, это даже лучше, потому что нам, мужчинам, это только, так сказать, в радость. Да, абсолютно, абсолютно точно, что девушек, судя по нашему такому громкому соцопросу, намного больше. Спасибо вам, дорогие девушки, за красоту, за то, что сегодня вы с нами улыбаетесь и вместе с нашими артистами поете любимые песни. Ну и, конечно, для того, чтобы нам опять-таки все вместе объединяться, мы с вами уже порепетировали, сделали это очень круто, когда делали волну справа налево, слева направо, но сейчас у нас так называемый супер уровень, наивысшая точка нашего объединения. Мы будем делать волну от сцены туда, на галерку. Готовы? Напомню, для того, чтобы сделать волну, да, абсолютно правильно, нам нужно освободить ручки. На время освободим их от смартфонов, чая и кофе. Итак, я отойду подальше, чтобы вместе с вами, так сказать, направлять нашу волну и энергию. Кто у нас в партере рядом со сценой? Вы у нас задаете главный импульс. Приготовились. 3, 2, 1... У-ху! Неплохо, неплохо. Я думаю, сейчас должно быть еще лучше, когда мы пойдем оттуда уже на сцену. Чем это сейчас мощнее произойдет, тем быстрее артисты выйдут на эту сцену. Это такой закон сохранения энергии, я вам гарантирую. Итак, приготовились. Кто у нас там? Я просто из-за софита, из-за света не очень... Вот, вижу, да, вы прыгаете. Вот от вас и будем начинать. Вы прям задаете этот ритм. Не забудьте к движениям добавить еще и голос. У-ху! Ладно, что...
что прям вау, снесло меня с этой сцены вашей энергией. Итак, приготовились. 3, 2, 1. Вау! Да! Вот это круто! Вот это получилось! Давайте поаплодируем еще раз друг другу! Большие-большие молодцы! Друзья, что хочется сказать, кто у нас будет дальше? Кстати, как вам вот такой интересный подход к нашему концерту, когда мы объединяем разные жанры в один, и получается, на мой взгляд, очень интересно, да, когда артисты поп-культуры встречаются либо с классическими оркестровыми, либо с народными ансамблями. По-моему, классно. Вам нравится? Шикарно! А это значит, что мы с вами отправляемся дальше. Кто у нас будет? Сейчас узнаем. У меня все записано. Вечернюю программу Дня Московской области на международной выставке в форуме «Россия» продолжает старейший в Московской области народный коллектив, история которого началась в конце 20-х годов прошлого столетия. Участник международных, российских, московских, областных, хоровых конкурсов и фестивалей. Обладатель многих наград, в том числе Гран-при. Призер 9-х всемирных хоровых игр в Сочи. Трижды лауреат первой степени Центрального федерального округа Всероссийского хорового фестиваля. Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации. Народный коллектив «Академический хор Подлипки» имени Бориса Александровича Толочкова. Городской округ Королев Московской области. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Инна Алмазовна Яковлева. Хормейстер Дарья Александровна Шевченко. Друзья, и ваши самые громкие аплодисменты! Yeah!
В этом слове
продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, и снова отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победа. Тепла. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо народному коллективу «Академический хор под Липки» имени Бориса Александровича Толочкова. Аплодисменты. Спасибо вам большое. Ну а теперь, друзья, уже по нашей традиции, традиции сегодняшнего концерта, мы приветствуем артиста, который к нам присоединится и исполнит несколько композиций вместе с хором. Встречайте! Музыка, занимающаяся творчеством в режиме 24/7 и максимально заряженной на эмоции в своих выступлениях. Нилетто! Ясный день, пора помнить. Я так счастлив, я снова влюбился. Я не похож на красивого принца, но осталось лишь пару недель. Yeah!
Ну как вы, согрелись? Не замерзли? Держитесь? Ну давайте, побольше тепла каждому. Погнали следующий трек. Быть собой, любить одну. Где ты, счастье, я рвану. Молодой, я убегу. Улыбчивым вернусь домой. Самому утру я. Yeah. Быть собой, любить одну. Где ты, счастье, я рвану. Молодой, я убегу. Улыбчивым вернусь домой. Самому утру. Улыбчивым вернусь домой. Самому утру. Улыбчивым вроде везет. Надеюсь, не врут. Проблем вчера не отыскал. Сегодня их найду. Эй, спут, сыграй со мной и сдайся. Ты не бай. Пытайся все слить. Эту слезу вот из глаз. Из глаз и я псих. А ты сколько не пытай. Хоть я из дома, главный не грусти. Аромат ее халат, я выучу всех брендов новый коллаб. И намучу жить от зарплаты до зарплаты. Жить как хочу, жить правильно, как надо сам себя. Не научу быть собой, любить одну. Где ты, счастье, я рвану. А ну-ка поднялись руки вверх. Поднимите, поднимите. Дайте энергии, подвигайтесь чуть-чуть. Выше, выше, еще выше. Хорошо. Ну погнали. Не дождь, кто знает песню, можно подпевать. Кто не знает, просто получаем удовольствие. Случайно мы с тобой встречались. Ты была так печальна. Я открыл тебе радость. Ты сказал, что можно сделать тебя счастливым. Оказалось так зло победить остроптивы. Ты лимитированный тираж. Мне бы тебя догнать. Чтобы тебя догнать. Я учился играть в драж. Я учился писать стихи. Я учился на других словах. Чтобы тебя потом целовать. Красивая девчонка, ты же знаешь, ты же помнишь, ты же живешь. Убежала, заскучала, что придешь. Ты такая красивая, такая красивая. Вот в твои глаза прохожу мимо. Не догнать тебя, не догнать тебя, не догнать тебя, тебя не догнать. Ведь ты такая красивая, такая красивая. Красивая девчонка, ты же знаешь, ты же помнишь, ты же врешь. Убежала, заскучаешь, но придешь. Прохожу мимо, не догнать тебя, не догнать тебя, не догнать.
ты же рулем. Давайте сейчас все вместе дадим максимум аплодисментов этим замечательным голосам, хор Подлитки, тех, кто с нами сегодня спел эти песни с теплом, с чувством. Дайте аплодисментов. Все, 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 похлопайте. Это же супер здорово. Класс. Спасибо вам огромное от меня. Спасибо. Ну круто же. Не, ну вы можете остаться и с нами тут подвигаться. Ваши аплодисменты, народный коллектив, да? Академический хор Подлитки имени Бориса Александровича Толочкова. Такие скромняги. Вот видите, прекрасные голоса, а люди скромные. Скромность всегда украшает. Нужно это не забывать. Это действительно так. Ну что, у нас осталось еще 3 песни. Одна из них самая новая, ну и очень актуальная. Давайте вам ее покажем. Вот, пел мне про тебя, как твои дела, не грусти за меня, нас обреет зима, буду ждать тебя. Снова холода, береги себя, как земля родная, будешь ждать меня, город любит нас, он по нам скучает, я все понимаю, ты все понимаешь, я не в первый раз, все это стамина, ты не в первый раз, меня прощай. На твоих руках засыпает снег, где-то за циклоном ждет рассвет, и мы улыбнемся на память всем. И я буду ждать тебя. Холод пел мне про тебя, как твои дела, не грусти за меня, нас окреет зима, буду ждать тебя. Дома поздно ночью ждать твоего звонка, твоего голоса, твоего голоса, буду ждать тебя. Помнишь, как в начале, помнишь, как в начале, я не знал печали, я не знал печали, я сейчас не знаю, я сейчас не знаю, ты же меня знаешь, ты же меня знаешь. За свое тепло честно отвечаю, ты свое тепло, нет, не растеряешь. Тебе за тебя, и напью случайно, тебе греет чай. Снова холода, снова холода, снова холода, иди, моя родная, скоро холодает, ты звала меня, ты меня искала. Тебе не хватает, тебя мало. Смотри, это не пара, мои легкие без тебя. Не могу ровно. Слышу, сердце стучит под ребрами. Нас отпустит, когда станет холодно. На твоих руках засыпает снег, где-то за циклоном нас ждет рассвет, и мы улыбнемся на память всем. И я холод пел мне про тебя, как твои дела, не грусти за меня, нас отгреет зима, буду ждать тебя. Дома поздно ночью ждать твоего звонка, твоего голоса, твоего голоса, буду ждать тебя. Ну и перед тем, как спеть эту песню, я просто оставлю здесь сегодня со сцены пожелание каждому человеку. Пусть у вас будет теплейший человек, который всегда вас будет согревать одним простым объятием, абсолютно без слов, понимать вас всегда, чувствовать и разделять любые ваши эмоции. Пусть будет теплый, надежный человек рядом с каждым из вас. И будьте обязательно для кого-то таким же человеком. А теперь сделаем эту песню. Я все равно у
уйдешь, как в песне самого. Что, сейчас я хочу, чтобы вы помогли мне своими голосами, обязательно попели вместе со мной эту песню, потому что обычно поем мы ее втроем. Сегодня нас здесь на сцене четверо, поэтому вы должны обязательно помочь. Готовы? Давайте сделаем это вместе. Вспоминай меня. Каблуки новые, резко в такси, и ты едешь назад. Все мысли в сторону, есть только ты, телефон для всех занят. Сердце тревожит, во сколько вернешься домой, ты не знаешь. Сколько пыталась быть верной, ты верна, ты это знаешь. Самая верная девочка, ты верно поступишь, если уйдешь от него. Yeah!
тебе не лучший друг, мы разные берег. Я тебе оставлю свои воспоминания. Ты вспоминай меня. Каждого с праздником вас. Пусть каждый день будет как праздник. Берегите друг друга, дарите друг другу тепло. Будьте светлыми, и тогда все будет у вас замечательно. Спасибо. Специально день Московской области. Не лето! Ну что, друзья, по-моему, получился очень крутой концерт. Классные музыкальные коллаборации, столько красивой музыки. Спасибо каждому, кто сегодня был с нами. Мы приглашаем вас в Подмосковье, где вы сможете посетить уникальные туристические маршруты, познакомиться с богатой культурой и историей этого региона, послушать самобытные музыкальные коллективы и сделать свой внутренний мир еще богаче. Подмосковье – это настоящий калейдоскоп талантов, событий и впечатлений. Друзья, наполняйтесь красотой, наполняйтесь музыкой и праздником. И спасибо, что сегодня мы вместе с вами провели этот праздник, этот замечательный день Московской области. До встречи, с наступающим Новым годом! С вами был Иван Чуйков. Пока-пока!